Сегодня днем на улице Брянской произошло дорожно-транспортное происшествие. Ребенок, мальчик, 12 лет, возвращался домой со школы по своему привычному маршруту. При переходе улицу Брянская по нерегулируемому пешеходному переходу на него был совершен наезд автомобиля Volkswagen Polo. В результате ДТП ребенок с травмами был госпитализирован в 20-ю городскую больницу. Уважаемые водители, еще раз напоминаю, при подъезде к пешеходному переходу убедитесь, что на нем отсутствуют пешеходы, и продолжите свое движение. Уважаемые родители, еще раз напоминаем о необходимости проведения беседы с детьми, что при переходе проезжей части даже по пешеходному переходу необходимо убедиться в отсутствии движущихся транспортных средств.